Ну, в общем-то, с этими детьми уже прямо аж неинтересно. Они уже сами катаются и поднимаются. Николюха, он гоняет сама. Мы уже ее даже и не замечаем, что она делает. Что, я прекрасный пример ленивой мамы. Кто такая ленивая мама? Которая инвестирует немножечко времени в то, чтобы научить своих детей делать что-то самостоятельно, а потом сидит и наслаждается жизнью. В общем, я научила детей спускаться и подниматься на подъемнике. Теперь я могу расслабиться, выпить кофе, а они себе сами катаются. Мою мечту с вот этими человечками. Я очень давно мечтала, чтобы они самостоятельно катались на подъемнике и на спуске, и сегодня нам это удалось. И теперь это, наверное, такая финальная точка, которая была для меня сложной. Я не знала, как катать двоих детей одновременно на подъемнике, вообще на подъемнике, на снегу, на лыжах. И для меня это было сложно, поэтому приходилось все время кого-то с собой брать. А сегодня мы это сделали. Они сами поднимались, сами спускались. И даже было два спуска, когда я пошла брать кофе, они не захотели меня ждать, и я сидела внизу, пила кофе, а они сами уже поднимались и спускались. Это очень круто. Через 400 метров на перекрестке с круговым движением сверните на второй выезд. Да, я не умею ездить без навигатора. Я теряюсь по городу без навигатора, поэтому все время мы ездим с навигатором. Так вот, мы смогли реализовать эту мечту, и я невероятно счастлива тому, что у меня это вышло. Теперь это мега крутые самостоятельные дети, которые, ну, в принципе, уже даже этому... Съезжайте с перекрестка с круговым движением. Да, съезжайте с перекрестка.